Всем привет! И вы на моем канале Лалафо. И это мое первое большое видео. И знаете, что мы сегодня будем делать? Правильно, распаковывать уточку Лалафанфан. Эту уточку мы купили на Вайберисе за 1000 рублей. За 1000 с лишним. И сегодня я хочу ее распаковать. Она приехала нам за 4 дня с половиной. Так, сейчас возьму ножницы. Сейчас будем распаковывать. Я заказала уточку белого цвета и с красивой сумочкой и с аксессуарами. Надеюсь, будут оригиналы, не подделка. А, даже ножницы не нужны, мне кажется. Или нужны? Они приезжают в оригинальных пакетах, но у меня в белом. Я не знаю, почему. Я надеюсь, что оригинал. Когда я выбирала, надпись на этой была. Ну что, барабанная дробь. Сейчас вам такая подделка. Она там уже вон, я вижу ее. Блин, как я вижу? Ноги. Вижу. Блин, боюсь. Мне страшно. Блин, как я вижу? Ага, все, супер. Я смотрю. Вы первый видите. Вау, нифига себе. Так, ну, я сразу вижу то, что у нас... Сейчас я еще пока ничего не вижу. Я вижу, тут одно, у нас сумочка хорошая, набитая. И вот у нас этот пакет идет. Давайте закроем. Не знаю, оригинал ли. Ну, она прям такая большая. Не знаю, оригинал ли подделка. Так, ну вроде бы то, что я заказывала. Это уже радует. Так. Блин, такая холодная. Тут бы оригинал. Так, сейчас мы тут увидим. Так, вот этот пакетик. Ух ты, в пакетике у нас. Что у нас? Отсечки. Вот наши отсечки. Положим. Вот. Этот пакет. Видимо, он предназначен для уточки. Вот. И в нем она должна была быть. Ну, это просто так упаковали. Вот. Сейчас мы это снимем и увидим, есть ли там надпись. Я вижу, что сзади у нее не просто на завязку, у нее тут сшито аккуратненько, так же, как и должно быть. Мы снимаем нашу эту. И видим то, что у нас это оригинал. Надпись есть. Вот тут у нас, вот видите. Надпись это, значит, как вам сказать, вот. И колокольчик у нас хороший, качественный. Круто все. Так, сейчас мы попробуем ее одеть. У нее сейчас поправим все. Так, надо аккуратненько ее одеть. Так. Вот. Подтянем. Оденем получше вот так вот. Так, все. Одели. Я не ожидала, что она приедет такой большой. Проверяем клюв. Если подделка, клюв крутится. Вот он чуть-чуть крутится, но если он крутится чуть-чуть, то это не значит, что это подделка. Если бы он крутился прям вообще бы вот так на 160 градусов, тогда это было подделка. Сейчас оденем. Блин, так рада, тут надо эту штучку срезать. Так, все супер. Все супер. Так, одеваем. Это даже мне подойдет. Потом примерим на мне. Мне же говорят человеческое. Я прям когда выбирала эту уточку на Вайбрисе, я выбирала под себя еще, чтобы мне вот эта штучка подошла. Вот такая у нас уточка. Сейчас будет самое интересное. Мои деньги и очки. Так, давай ложись. Супер. Уточку обделили. Это просто оригинал. Это прям настоящие очки, походу. Я не знаю. Это я думаю, то, что это не настоящие очки. Ну, как бы, я не знаю, настоящие нет. Берем. Сейчас я посмотрю. Нет, это не... Так, сейчас посмотрим. Будут они увеличать наши очки. Это прям такие модные. Нет, они... Нет, они не увеличают, слава богу. Так, одеваем. Супер просто. Мадам, блин. Так, сейчас все вместе оденем.
Так, вот у нас очень такая вот красивая вот уточка получилась. Ну, я очень довольна, можно сказать. Ну, в принципе, эта уточка стоит недорого, качество у нее хорошее. Ну, я, как сказать, всем советую, покупайте такую уточку на Вайбрисе. Она такая классная, вот. Тут у нее шито. Я могу сказать точно, что это оригинал. Ножки ровные, тут хорошо вот так шито. Все, это у нас оригинал, это точно оригинал. Все, всем пока.